Смотрите, друзья, как отдыхает фига и как ведут себя люди. Вот людям легче стало от того, что они покричали, и поднялся тигрица Песнула. Рябиня. Какая с этой стороны рябиня? С той стороны рябиня. Парк просто шикарен. А розы, смотрите, уже начало мая, девочки, для вас. Весь этот букет. Вы представляете, буквально через неделю этот букет зацветет полностью. Акации. И вон розы, розы, розы. Каждый куст роз, вон сколько. Вот-вот все зацветет. Не знаю, я езжу, друзья, по парку. Улыбаюсь. Вот еду рот до ушей. Я привезла вас к моему любимому, самому любимому дереву в парке Львов-Таган. Это вот этот вот красный клен. Такого размера красного японского клена нет в Крыму больше нигде. Ух, как позарастало. Даже не проедешь. Ну, поедем в объезд. Это он еще не совсем раскрылся. Самое большое дерево, красный клен в Крыму. А тут, друзья, хочу подняться, смотрите. Редко можно увидеть, как цветут эти кустарники. Такими маленькими-маленькими звездочками бело-розовыми. Такой кустарник книжкой. У него такие, как пласты. А это, друзья, специально поднимать сюда. Это цветут снежники. После памятника Алтаю тигренку украденному. Такие замечательные снежники, красные клены, вон снежники. Так, а это что? Какая интересная кукла. Что она здесь делает? То ли кто-то потерял, ну как-то она так без рта, без ничего. То ли кто-то подложил. От наших этих, не пойми кого, можно ожидать чего угодно. И вот снежники. Кедр какой. Просто шикарный. Я вам каждый год его показываю. И посмотрите, какой прирост. Вообще был такой маленький, тоненький. Теперь уже такой мощный ствол. Капельное решение подведено к каждому деревцу тут. И какой тоже красный клен. Хороший, кустистый. Очень красиво. Все очень красиво, но кукла мне не понравилась. Вертолет.
красота, и это все Тайган. Шикарный апрельский Тайган. Вот тут, посмотрите, какой красивый цветет. Девочки, тоже все для вас. Гляньте, какая прелесть. Айва, по-моему, японская. Забываю все время. Так, горку объедем. Снежники просто шикарные. И тут, видите, в том году садовник все закрыл, чтобы не росла трава, очень росла. Все закрыл черной пленкой. Я думаю, год-два. И эта горка будет такая же, как вот эта. У нас есть с вами возможность подняться на эту горку и посмотреть из этого ракурса на парк. Олег Алексеевич выкупает вот это такое дерево, оно такое неказистое, оно такое было больное, тоже все такое обрезанное, какое-то поломанное, неказистое. Но Олег Алексеевич находит для каждого дерева, находит место, чтобы оно смотрелось красиво. Так что, друзья, и вот такая еще одна альпийская горка, шикарная, будет совсем-совсем скоро.